оборот игорных заведений в городе Киеве составляет чуть более 400 миллионов гривен в месяц. За год это порядка 5 миллиардов гривен. Даже если мы говорим о 20% НДС, то мы понимаем, где можно взять 1 ярд. А суммы гораздо больше. Теперь вы считаете всю Украину. Так вот, к чему я говорю? Почему не этот закон не войдет в следующей неделе в сессионный зал? Почему он не входит целый год? Я тоже являюсь одним из авторов такого закона. Потому что это выгодно, чтобы это оставалось в тени. Так же, как выгодно бурштин, так же, как выгодно другие отрасли, которые, я согласен, находятся в тени. До тех пор, пока крышевание внутри депутатского корпуса будет бизнесом, до тех пор у нас бюджет будет наполняться еле-еле. А нам необходимо действительно его наполнять. Так вот, для этого нужно сделать всего несколько вещей. Внести эти законы, наконец-то, в сессионный зал для голосования. Этого не делается на протяжении 2 лет. Для этого нужно нарушить эту монополию. И для этого эти деньги необходимо пустить на социальные программы. Вот тогда за этот бюджет будет голосовать массово.